В Чебоксарах снова заработал гормолзавод. Саратовский молочный комбинат в 2016-м выкупил его у прежних хозяев. Состояние предприятия оставляло желать лучшего. Разные руки переходил этот завод, но одни инвесторы обещания дали, ничего не сделали. Сейчас пришли наши уже российские патриоты, предприниматели с патриотическими чувствами, которые вложили сотни миллионов рублей. А так в перспективе еще хотят вложить несколько сот миллионов рублей. Реконструкция продолжалась полтора года. Обновили все, начиная от внутренних коммуникаций, оборудования до стен и кровли. Общий объем инвестиций – более 1 миллиарда рублей. Мы произвели замену фасовочного оборудования в цехе розлива. Ремонт там произвели, систему канализации заменили, силовую электрику, установили станцию ледяной воды, компрессорную. По воздуху, по сжатому воздуху. Для упаковки молочных продуктов на заводе установили оборудование «Тетрапак». В Чувашской республике производится 430 тысяч тонн молока. Из них 200 тысяч тонн увозилось на глубокую переработку в другие регионы. И, соответственно, возвращалось оттуда обратно на наши полки. Открытие нового завода позволит перерабатывать молоко местных производителей в своем же регионе. Мощность рассчитана на 1625 тонн готовой продукции в месяц. В день здесь будет выпускаться 8000 упаковок молока. В дальнейшем объемы производства планируется еще увеличивать. Сырьем завод полностью будут обеспечивать местные производители. Молочная, произведенная, переработанная продукция в виде продуктов питания молочной продукции для потребителя – будет продаваться на экспорт. Молочная продукция завода будет производиться под торговой маркой «Добрая буренка». Она уже представлена в 52 регионах России. Уже в сентябре из Чебоксар планируется начать поставки не только в пределах Чувашии, но и в другие регионы России, а также наладить экспорт в Казахстан и другие зарубежные страны. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.